Всем привет, я Владик, и сегодня у нас будет видео на то, что я буду обновлять. Вот этот меч, друзья, я его сделал, и смотрите, после многих игр с ним, давайте просто... Друзья, у нас уже порвалась здесь такая штучка, как вы можете помнить, есть здесь вот, я просто сделал вот такую желтую пимпочку, там такой дракон вырисовывается, но я просто сделал, друзья, такую пимпочку. Ну что, друзья, я использую меч от Лели. Друзья, чтобы мы начали его делать, давайте сперва его уберем. Уберем из пластилин. Вот, друзья, от чего все начиналось. Друзья, сейчас мы берем пластилинчик мой. Это будет, наверное, получится. Так, друзья. Мы берем желтенький пластилинчик. Где-то вот столько. Слишком много. Вот столько, да. И, друзья, мы его крепим вот сюда. Раскатываем колбасочку. Сплющиваем. И клеим. Друзья, нужно делать вот так. Смотрите, вот. Вот, а он хорошо клеится. Вот, друзья, кстати, у меня золотой мастер. И, друзья, как вы могли уже заметить, у меня появились Харуми и Лойд по 9 сезону. Так вот, друзья, что у нас получилось. И потом, в конце, мы будем красить вот этими красками. Друзья, опять берем желтый и белый. Желтого примерно вот столько. И белого примерно вот столько. Сейчас. Вот. И все это вот так вот клеим. Чтобы получился цвет. Такой. Вот такой вот цвет получился. Вот. Ну что, давайте. Кстати, друзья, вот я хочу вам сказать, из вот такого, то есть из меча, который у нас был, из вот этого всего, мы сделаем вот такого вот красавца. О, друзья, и еще самые крутые комменты из прошлого видео. Хотя был только один коммент из прошлого видео. Ну вот он. Все, друзья, не могу. В общем, вот такой вот цвет у меня получился. Так, друзья, теперь нужно его сделать таким треугольничком. Берем ножик. Я такого не делал. И вот так вот здесь разрезаем, делаем такой надрез. А здесь вообще напополам разрезаем. Вот, нужны нам вот такие вот, друзья, треугольнички два. Вот таких. Нужно, чтобы они были такие высокие. Вот треугольничек раз. Друзья, кстати, этот меч, который я делал, он был в трейлере. То есть, друзья, вот этот трейлер 4 сезона, это 4 сезон Ниндзяго. Там все, правда, и 9 сезона, но это просто у меня на канале такой 4 сезон. Вот, друзья, мы сделали. Далее, друзья, нам нужен серый.
Берем примерно вот столько черного. И примерно, примерно вот столько белого. Ну что, соединяем. Так, друзья, ну вот наш серенький цвет. И берем наш меч. Делаем, друзья, колбаску. Далее, друзья, нам нужно эту колбаску разрезать на две части. Сейчас я разрежу. Вот, друзья. И из этих частей здесь мы их сплющиваем. Вот так. И, друзья, смотрите. Мы это ставим вот так. Вот склеиваем. Вот. Вот так вот. Да, друзья. Что-то слишком много. Друзья. Убираем чуть-чуть. Я вот меч упал. Так, друзья. Делаем далее. Сейчас делаю колбаску. Делаем, друзья, колбаски. Две колбасочки, которые я потом съем. Вот, друзья, делаем колбаски, колбаски, колбаски. И сплющиваем их. В общем, эти сплющим. Будет так поровнее заодно. Вот. Так, друзья, делаем такое с двух сторон. Так, 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 так. Клеим. Вот так вот соединяем. Меч первого мастера кружится по девятому сезону. Ура! Друзья, вот такое вот у нас должно получиться. Далее смотрите, что мы делаем. Далее мы делаем следующее. Мы делаем здесь вот как-то так его делаем. Смотрите, вот этот уголок. Вот так. И мы вот эту сторону вот так вплющиваем. Вот так вот. Вот мы сделали вот, вот эту часть. Здесь, друзья, мы должны сделать такой уголок. Вот. Вот такой мы должны сделать. Хоть он толстый, но меч первого мастера кушается. А, друзья, мы сделали. Дальше, друзья, приклеиваем штучки, которые мы сделали. Вот. Клеим их сюда, чтобы они сейчас завязали на вот эту вот штучку. Далее вот это вытягиваем, вытягиваем. И клеим. Вот. Вот у меня этот меч даже получается чуть лучше, чем предыдущий. Вот, друзья. И клеим. Так, друзья, вот. Вот наш меч первого мастера кружится. Друзья. Надеюсь, у меня хорошо получилось. Напишите в комментах и, друзья, поставьте лайк. У меня большая рука. Большая рука равно большой лайк. Ну, друзья, в общем, если вам нравится меч, ставьте, пожалуйста, лайк. Опять. Большая рука равно большой лайк. А то не помещается. Друзья, приступаем к краске. Открываем вот этот цвет. Вот такой. Нужны именно гуашь. Берем нашу кисточку.
Так. Так. Или я... Нам нужно покрасить вот этого как бы дракона. Мы, конечно, вот, друзья, мы формировать, то есть прям вырисовывать этого дракона не будем. Мы просто вот сделаем такую колбаску и вот просто покрасим. Вот, друзья, у нас получилось такое. Вот. Кстати, друзья, еще здесь нужно было делать вот такие вот дырочки, друзья. И вот смотрите. То есть, друзья, вот я сделал такой же цвет, когда я делал первый меч такой же. У меня со временем получился цвет вот такой вот. Когда я играл. Друзья. Вот, и далее мы сейчас будем красить еще вот меч. Вот это основу. Чтобы оно было светлее чуть-чуть. Друзья, нам нужно обязательно сделать вот такую штучку. Потому что мы будем вот так вот ставить меч. Чтобы... Нужно как-то, чтобы наши детальки... То есть, если мы поставим... Просто не поставим вот такие штучки, как я поставил. То просто может... Вот эта серая часть... Она может просто испачкать нашу вот эту пластинку. Еще, друзья, смотрите. Вот эта часть у нас со временем станет такая, как я говорю. Но вот здесь у нас будет покрашено. И здесь вот у нас лего-деталька. Поэтому, друзья, сюда мы должны подложить вот так вот листочек. Чтобы наша деталька... Ну, если вы не любитель красить детальки... Ну, друзья, мне можно, то есть, такие вот ненастоящие лего-мечи делать. То есть, я не любитель так красить оригинальные от лего-мечи. Ну, вот это, друзья, у нас меч ненастоящий. У нас от фирмы Леле. Так что, вот этот мне меч не жалко. Так что, друзья, открываем черный и белый гуашь. Какой-то черный след. О, мой бог, что я надел. Так, друзья, берем опять нашу кисточку. Так, вот. И мы берем беленький, я вот из крышечки возьму. С черным смешиваем. Вот, смешиваем. Можем вот на крышечках вот так покрасить, потому что это просто крышечки. Ну, если вам не за, то что? Придумывайте что-то. Так, друзья, смотрите, берем меч аккуратненько. Это вот это желтое. И вот так его красим. Так, то есть, друзья, обязательно не надо красить. То есть старайтесь не покрасить вот эту желтую часть. Ничего. Так, я переверну вот так. Вот. Ой, не показывал в камеру. Сорян. Опять чуть-чуть покрасил. Ну, в общем, друзья, вот наш меч. Все, мы его сделали. Вот такой вот у нас меч получился крутой. Вот, друзья, вы помните, какой у нас сперва был? Я показывала. Ну, а вот теперь, друзья, вот такой вот. Ну что, друзья, на этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Друзья, пожалуйста, поставьте на это видео лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал обязательно. И, друзья, вот на 20 подписчиков я сделаю... Две серии и плюс еще один трейлер, наверное, если мама мне разрешит. Что ж, друзья, всем удачи и всем пока!